Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, а главное, сам простых продуктов. Давайте приготовим. Для нашего салата я подготовила свеклу, я варила ее минут 40. Свекла варится обычно у меня. Метод по весу буквально 150 грамм, одна свекла. Морковка примерно такого же веса тоже, варила минут 20. Варим все в мундире. Небольшой картофель грамм 100, тоже варила 20 минут под сольной воды. Один перчик сладкий у меня грамм 100 тут. Кабачки маринованные у меня, на зиму мариную, рецепт есть на канале, грамм 170-150. Один лучок у меня зеленый, тут грамм 30. И немного зелени, прям грамм 10. Итак, горошек и фасоль по 100 грамм я отвешала. У меня консервированный горошек и консервированная фасоль. Примерно по 4 ложки столовых. Итак, я нарезаю все кубиком, с размером где-то горошка. Нарежу также свеклу, картофель и морковку. Кругляшки вот такие, потом на вот такие полосочки, чтобы получить кубики. Вот так. Итак, всю морковь отправляем в чашку. Нарежу кабачок таким образом. Режу потоньше, так как кабачок у меня сантиметр где-то толщиной. Я режу все. Ничего не вырезаю, как бы, ни серединку, ничего. Кабачок у меня вместо огурца. Такой салат, как бы, с кабачком, без капусты. Получается очень вкусно. Попробуйте. Кабачок хрустящий. Заменяет огурец. Отправляем тоже в чашку. Перчик я помыла. Семена убираем, они нам не понадобятся. Теперь нарежем также примерно таким же кубиком, вот так, шириной где-то пол сантиметра. Сантиметром не нужно измерять, но так, чтобы было приятно, красиво. И так весь перчик нарежем. Отправляю тоже в чашку. И также нарежу свеклу. Таким же кубиком. Вот так. И вот так. Для заправки возьму масло подсолнечное, нерафинированное, то есть пахучее, ароматное, домашнее, можно так сказать. Нарежу зелень мелко. Нарезали и сразу отправляю все в чашку. Возьму щепотку соли, вот совсем вот. Все. И черный перец. Ну или по вкусу перчите, конечно, и солите. Пол чайной ложки точно. Теперь заправляю маслом. 5-6 ложек. Раз. 5. Это немного, это нормально. Перемешиваем. И салат наш готов. На новогоднем столе очень красивый этот салатик. Нарядный, красивый, как гирлянда стоит. Рецепт, как всегда, под видео в описании. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Не забываем на Яндекс.Дзен заходить, подписываться, ссылка тоже в описании. Ну всем пока-пока!